Привет, я Ваня. Давай с тобой сегодня нарисуем большую яркую бабочку. Рисуй со мной, зову тебя. Рисовать я буду яркими деревянными карандашами гамма. Они толстые, большие, ими удобно рисовать, и они почти заменяют мелкие, можно сказать, заменяют точность. Хватай черный цвет, и для начала мы нарисуем тело нашей бабочки. Давай нарисуем посерединке небольшой овальчик. Вот такой овальчик. Это тело бабочки. Такое вот красивое овальное тело. Тело и брюшко нарисуем сразу. Брюшко вот сюда идет. Длинное, продолговатый овал. Похож уже на сосиску. Вот так мы его рисуем. Голова будет сверху, а слева и справа будут два крылышка. И так они будут делать бяк-бяк-бяк-бяк-бяк-бяк-бяк. Не торопись и рисуй все по плану, как я тебе показываю. Теперь рисуем кружок сверху. Это голова бабочки. Она большая, и она будет нам улыбаться. Сразу нарисуем ей глазки. Глазки и улыбочку. И она очень-очень добрая бабочка. И, конечно же, у каждой бабочки есть такие вот усики, и мы эти усики рисуем. Вот так. Они у меня закругляются. Они яркие, красивые, такие вот закругленные усики, да? Теперь самое сложное в бабочке. Будем рисовать крылышки. Будем не спеша это делать. Сначала нарисуем крылышко справа, потом крылышко слева. Начинаем. Смотри. Я рисую отсюда, вот от плечика. Да? И рисую овальчик сюда. И раз. Мое крылышко готово. Теперь сразу буду рисовать левое крылышко. И оно будет похоже. Оно будет извиваться вот сюда. Вот. И два. Вот сюда. Вот. Похоже получилось. Одно чуть больше, другое чуть меньше. Но все-таки они похожие. Да? Теперь рисуем правое нижнее крылышко. Оно идет повыше этого, я беру и сюда заворачиваю, 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 раз сюда. Теперь левое и раз сюда. Вот это да, скажешь ты, какая красивая бабочка. Я уверен, что у тебя получилась такая же красивая бабочка. Если ты не успел, то ставь сейчас на паузу и нарисуй эти крылышки. Нарисовал? Теперь рисуем кружочки. Кружочки на славу, большие рисуй на больших крылышках, на верхних. И небольшие кружочки снизу. Вот такие небольшие кружочки. Это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Мы с тобой нарисовали бабочку, а теперь я хочу все-таки яркую бабочку сделать. Я раскрашу ее. Возьму-ка я желтый цвет. Он мне очень нравится. Мелок, карандаш и акварель в одном. Тоже можно размывать такие мелкие. И начинаем красить, 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 красить. Покрасим все крылышко нашей бабочки. Оно будет желтое. Но так, знаешь, природа устроена, что если левое крылышко у бабочки желтое, то и правое крылышко тоже желтое. Так что это не забывай. Будем раскрашивать симметрично. И левый, и правый. Красим, 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 красим. И стараемся не заходить за края. Ну, как получится, конечно, как получится. Ах, ух, твоя ручка устала? Тогда дай ей немножко отдохнуть. Расслабь пальчики и побегай. Бяг, 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 как бабочка. Все, пальчики отдохнули. Теперь берем следующий цвет. Мне нравится цвет голубой или синий. И я возьму синий цвет и покрашу нижние крылышки. Нижние крылышки у моей бабочки будут синие. Ой, какие они яркие. Как легко мне красить. И с удовольствием я покрасил одно крылышко. Даже думаю, хорошо бы 6 крылышек нарисовать на моей бабочке, чтобы я мог раскрашивать и раскрашивать и раскрашивать. Я думаю, можно нарисовать не одну, а 2-3 бабочки и по-разному их раскрасить. И разные формы крыльев. Я это тоже иногда делаю, так что приходи на канал, и ты там увидишь обязательно другой формы бабочку. Получилось красиво. Да, получилось красиво. Возьмем теперь другой цвет. Выбери цвет, который ты хочешь добавить в точечки. Я хочу, чтобы здесь был какой-то тепленький цвет. Яркий. Например, оранжевый. Вот так вот. Как будто на синем море плавают оранжевые пятнышки. Или оранжевые острова. Очень красиво смотрится. А здесь я хочу, чтобы был какой-то холодноватый цвет. К примеру, зеленый.
И тем более зеленым цвет мы не пробовали и не испытывали его сегодня еще в рисовании. И как раз я могу вот так его покрасить, рисуя, кружочками закрашиваю бабочку. Отлично получилось, да. Осталось еще два кусочка наших крыльев, нужно выбрать для них цвет. У меня есть зеленый и синий, я его использовал. И у меня есть красный, и желтый, и оранжевый. Я возьму красный и покрашу вот здесь вот перемычку между крыльями, и тогда она будет неповторимая. Моя бабочка будет яркая. Ох-хо-хо, отлично. Теперь стоит покрасить тело бабочки. Голову мы покрасим таким телесным цветом. Это очень важно, когда в наборе карандашей для малышей есть телесный цвет. Когда они хотят нарисовать маму или папу или друга, и у них есть цвет для рисования тела, головы, рук, лица или ног, и они могут нарисовать очень похожего персонажа, который они хотят. Вот это очень важно. А сама бабочка у меня будет коричневая. Коричневый цвет тоже очень важен, потому что если ребенок захочет нарисовать что-то природное, к примеру, дерево, то ему обязательно понадобится хороший коричневый цвет. И как раз с этим справляются наши мелкие. Они делают хорошие яркие краски, и рисунки у них получаются хорошие, яркие, сочные. И давить сильно не надо, получается очень мягко. Раз. Вот и наша бабочка готова. Отличный рисунок. Моя бабочка передает привет твоей бабочке, машет ей крылышками, помашем в конце рисунка. Фух, если ты устал, то немножко можешь побегать, отдохнуть. И я с удовольствием передаю тебе поцелуйчик от моей бабочки. Поцелуйчик. Большой лайк. Прошу тебя, делись своими рисунками бабушке, маме, дедушке. Подари друзьям, кому ты хочешь. Может быть, даже брату или сестре нарисуешь такой рисунок по бабочке каждому члену своей семьи, и ты будешь профессионал рисования бабочки. А счастье ты поделишься с ним всем. Всем, кого увидишь. Спасибо тебе за то, что ты рисуешь с каналом Рыбакит. Приходи еще. Я буду рисовать и хороших рисунков. Пока.